сплю с Рыжиком. Осел, ребята. Все, мне надоело, ты не настольная игра. А какая? Напольная, потому что он на пол упал. Ты тоже подумала, о чем я? Кажется, да. Напольная игра в реальной жизни. Прямо сейчас. Друзья, мы рады вас приветствовать на напольной игре в реальной жизни. Путь успеха. Вы видите четырех еще неуспешных героев, которым предстоит бросить этот кубик и двигаться по пути успеха до самого конца, где их ждет слава, любовь и успех, а также 200 тысяч рублей на секунду. На пути будет множество заданий и испытаний. Ну что ж, начнем. Для начала кидаем кубик, чтобы узнать, кто ходит первым. Лёша бросает второй. А может быть один у меня будет? Итак, Лёша входит первый. И сейчас я кидаю, да? Поехали. Три! Поехали. Один, два, три! Что этот кубик значит? Это значит, кидаешь еще раз. Да, давайте кинем еще раз, ребята. Да, да, давайте. Три! Два, три. Что это значит? Я боюсь. Мне нужно помыться, что это капля? Брызгаем тебе в лицо из водного пистолета. Как воды? Там вообще не капля. Там капля воды. Ребят, видите размер этой капли? Там такая же капля там. Руки. Напор, как из пожарной машины. Играем, это жесткая игра. Dream Team House. Это мой друг. И ход переходит. Ребяточки, да-да-да-да-да, можно я исполняю свою задачу? Четыре! Раз, два, три, четыре. Фу, сердечно. Это означает, что ты отвечаешь на вопрос. О, столько всего хотите узнать, я умею. Короче, Маха, а ты когда-нибудь хотела уйти из Dream Team House? Нет, Лёша, я никогда не хотела уйти из Dream Team House. Играем. Сейчас мы узнём, что это. Пять. Два, три, четыре. Пять! Добро пожаловать! И это обозначает... Даже не знаю, что. Да. Можно уже быстро бегаю я, да? Удар электрошокером. Серьезно? Да. Как понять тут? Эй! Она жмет какие-то сотки там! И раз, два, три... Поехали! Вход переходит к Никите. Никит, по логике вещей тебе надо вставать на доллар. Ему везет сегодня. И Никита пропускает следующий ход. Ребята, как вы думаете, я уйду далеко? Давай, кидай. Хорошо. Четыре. Встретимся на финише. Раз, один, два, три, четыре. Ой, у тебя стандартная схема. Я давайте, 50. А можно? Пять! И раз, два, три, четыре, пять. И три, два, один. Твою мать, зачем так больно? Смотри, какие красные пятна. А ход переходит к маме. Оставайся здесь, сынок. Мам, опять здесь? Пойдем ко мне. Там не было ничего. Там не было ничего, Даня. Или хочешь стоять опять тебе притихаться на одной клеточке? Шокеры! Шокеры в студию! И три... Подожди, стоп! Тормози! И три, два, один... У меня второй раз в жизни только бьет. Давай! Давайте один, ну давайте, я сейчас вообще обоссуюсь, если будет один. Ты обоссуешь, что, мать? Капелька означает другой. Как это делают? И Дане достается водичка в лицо. Даня, готовься. О, я хочу на это посмотреть поближе. Три. Марта, входи. Два. Один. Давай, ну. А, не работает? Блин, один набери еще раз. Ну что, шауэр.
Со свежением. Ниша, ну что, идем к тебе? А, ты пропускаешь код. Как я могла забыть. Ну что, идем к Леше. Поехали. Один, господа. Блин. Вопрос от подписчика. Встречаешься ли ты с Настей, Рыжик? Ребят, да. Ход переходит к Дане. Теперь мы встречаемся всегда, когда на кухне мы теперь с ней встречаемся. Не, правда, встречаемся на кухне. Надеюсь, один. Поехали. Надеюсь, один. Два. Деньги. Итак, ты отдаешь у нас деньги. Первый раз выпадает бакс. Итак, Мария у нас отдает нам денежку, чтобы пройти дальше. Теперь я поняла, почему перешел. Вы говорили, что нужно взять с собой деньги. Это, если что, это... Даня! У тебя самого вон сколько! Опа! Она еще... Я буду пропечатать. Даня на воде стоял, Даня. Даня на воде стоял. На воде стоял. Три! Не-не-не, вот три. На гирю. Да понятно, почему он сюда пришел. Гиря обозначает, что Даня должен отжаться 20 раз. Ну давайте, девочки, смотрите. Нам нужна вода. Давай. Нет! А футболку? Да ладно, давай. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 18, 19, 18, 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
Поехали! Два! А это обозначает, что ты кубик бросаешь еще раз. Бросай кубик еще раз. Четыре. Раз, два, три, четыре. Есть ли у тебя деньги, чтобы пройти дальше? Ну, вообще, мне никто не подбрасывал в карман, потому что я забрал бумаги. А это не мне. Поехали, Леша. Так, и мы снова кидаем. Я надеюсь, мы будем ходить далеко и надолго. Так, один раз не так. О! Есть, ребят! А для него для одного я буду сделать? А мы команда! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вопросить. Ну, А под вопросом у нас секретное задание «Буря в стакане». Это обозначает, что ты должен выпить с закрытым носом молоко, смешанное с колой. О, фу! Господи, как это можно пить? Да, давай! Я могу торжественно поделиться с тобой. Да нет. Да, нужно прочувствовать себе эту игру. Мало быть ведущей, нужно быть. И поехали! Ну, с Богом. Фу! Твою мать! Оно нос открыл, чего? Но оно не пахнет, оно просто болит, ну, плохое. Ну, я считаю, он справился с заданием, можем продолжать. Вкусно? Да, да, возьмите. А я еще до тебя как до Китая. Нет, давайте я здесь оставлю, рядом кто-то будет проходить, вдруг захочется попробовать. Нет? Ну ладно. И следующая у нас Мария. Пропуск кода. Вау, интересно. Но ты, подруга, не грусти. Дань, бросай. Так, сами вот этими я ж только взял. Я хотела тебе дать. Ну давай. Три. У меня будет. Простые вопросы. Два, три. А это обозначает секретное задание. А задание для Дани — счастье полные штаны. Это когда к нему в штанишки засыпается лед. Поехали. Айс. О, мама, стой. Отодвигай штаны. Можно я? Здесь специальные резины. Нет, просто не надо. И танцуй. Танцуй, пока молодая. Поехали дальше. А следующий у нас Никита. Три. А это обозначает, что ты кидаешь кубик еще раз. Да что ты? Пять. Да ты прям выбился снизу. Три, четыре,
У-ху! Ну что, электрошокеры? А может не 5? 3, 2, 1. Что наделала? Ну что, погнали? Погнали нахуй. 4. 1, 2, 3, 4. А мне только я высох. Пожарные в студию. Руки. Твою! Мокренько. Ну что, оставайся тут, а мы пойдем. А дальше Даня. 3, 1, 2, 3. Слушайте, а мне здесь нормально. Осел, ребята. Скорую. Это разряд. В реанимацию. Я здоров. Эй, я шучу. 3, 1, 2, 3. Никита, следующий. 5. 1, 2, 3, 4, 5. И Никита переходит на пропуск. Ты старался, но в итоге обосрался. Зато ты почти догнал лидера. Итак, бросаю кубик. Каждый раз, когда бросаю, ни разу моя жизнь лучше не стала. 1, 2. Назад он отступает настолько, насколько выпадет кубик. Блин, только большие цифры выпадают. Ну да. 4. 1, 2, 3, 4. О, нет! Ну что, личный вопрос. В какой комнате спишь, с кем? С кем живешь в комнате, Лёш? Я сплю в зале с Даней. Переходим к Махе, все круто. И пусть же, но мы заберемся даже, если зайдем. Ой. О, Мария. А Мария получает холодок в штанок. Даня, ну держи. Поехали, крути барабан. Ой, Данька, упало что-то. Телефон. Бочка вывалена. 4, 2, 3, 4. И 20-ку дальше. Давай, красивенько делаем. Давай. Поехали. И два. У-ху! Итак, Никита, ты пропускаешь. Мы идем к Лёше. Ой, спасибо, так долго ждал тебя. Всего-то 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И Лёша пропускает вход. Ты думаешь, все забыли про тебя, а вот нет. На 1 пройду или на 2? На 2. А это означает вода в лицо. Освободите меня от этого, ну пожалуйста. Нет! Иди, ты чего прям так близко? Я не буду сильно. 3, 2, 1. Вадим, пацаны. Задание для Никиты. Никита! Кто-то пройдет и захочет выпить божественное пойло. Держи. Молодой человек, сейчас зарядишься так, что в космос можешь лететь. Ну что, Никит, пей пойло. Короче, я попробую, а сначала нос не закрываю, чтобы узнать, что это на вкус вообще. Давай. Блин, все туалеты сегодня будут заняты. Это не настолько плохо, чтобы прямо рвать от этого. Да, просто пей. Это вкусно. Он реально... Это просто как молоко с пепси, ну. 4, 1, 2, 3, 4. Ну, держи. Блин! Сколько? Даня отвечает на личный вопрос. Даня, встречаешься ли ты с Юлей Гаврилиной? Вообще, да, но не видится. Редко. Поехали дальше. Давай, Машуня, будем сохнуть вместе. 5, 1, 2, 3, 4, 5. А это означает 20 приседаний. Подожди, без разминки нельзя начинать. Ножки пошире. Так. Плечи. Поехали. И хорошо. Раз. Так, носочки не выводим. Два, это. Колени не выводим. 19 и 20. Фу,
я даже не вспотела. Дань, ну что, ты следующий. Два. О, Месть пришла. За Диану и двор я мщу два раза. Я не могу думать здесь о Диане. Здесь каждый хищник. Нет, каждый не только хищник. Только сам за себя. Ну я же думаю о Диане. Забей фиг. Даня описался. Дан, ты чего описался? Туалет, держи. Один. А. И держи. Да! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что там? А это у нас 20 прессов. 40 раз крутануть еще. Чего? Молодец! Но я видел инструкцию. Так, все, все готовы? Да. Сейчас будет финиш. Три. Раз, два, три. Личный вопрос от Никиты. Алик, личный вопрос. А когда ты не спишь в зале, а спишь в той комнате, где раньше были Настя с Ладой, с кем ты спишь? Со своей игрушкой. С Рыжей он спит, с Рыжей, ребят, ну с Рыжей. Кстати, нет. Я сплю с Рыжиком, у меня есть такой лисенок. А вот гениально, гениально, лучший. Итак. Маша, круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не-не-не, шесть. Нет, шестой. И шокеры. Я полетела. И раз, и два, и три. Да я-то тут при чём? Она потела перед этим. Чувствуйте, Денис. Кидай кубик. Не-не-не, вставай, кидай кубик. Кубик. На столько шагов надо сделать назад, давай. Нормально, четыре подъем. Давай, раз. И опять очень личный вопрос. Три, четыре. Личный вопрос от Махи, всё круто. Ты чё, что ты когда-нибудь целовался с Юлией Гаврилиной? Целовался? От Малика на вас? Осанний покров! Я просто не знаю, с кем я сломался, с Валей или с Юлей там. И Никита! Никита! Чё-то! Один! И вперёд пропуск хода. Один! Студию. И пропуск хода. Пока. Внимание, Алексей. Что за игра такая? Да. Поехали. Мне осталось два раза кинуть тебя на финиш. Короче, четыре кидай. Есть ли у тебя деньги, чтобы пройти дальше? Да. Нет. Давай. Да, у меня есть деньги. Давай. В смысле, три раза кинуть? А, нет. Все куплено, все давай, куплено. Это я. Маха, все куплено. Подожди. Да давай. Кидай. Четыре. Раз, два, три, четыре. А это пресс. 20 раз. 10 раз. Учись, сынок. Без подушечки. Потому что женщина. Ты не все сильная, я слышу. Есть урожай. Раз. Поле. Два. Что запустить? 5, 6, 7, 8, 9, 10! Мария, победи! 5! 5! О! Раз, два, три, четыре, пять! Дань, давай! Сегодня прямо... Сегодня в белом танце кружимся! Не хватало просто таких слов в детстве. Давай, короче, держи и должен пятюню давать. Вот так. Отжиматься, подниматься и давай пятюню. А, ничего не надо. Раз, 10 пятюнь должно быть, да? И раз, два, три. А Дарья давно стал таким качком? Пять. Вот видишь. Он такой бегает. Закалённый рукой отбил.
серьезно, я? Все. Блин, я думал не я сейчас, ну ладно. Три. Раз, два, три. Смеется тот, кто смеется последний. Он не так последний. Не твое последнее. А, да. Переход к Марии. Поехали. Маш, ну... Да я устала! Боженька, да есть! Глаза смотри. Раз, два, три, четыре, пять! Ну что ж, далеко ходить не надо. Дошай давай. Раз, два, три. Она сказала, что... Пять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально, огонь! Точнее, вода! Впрочем, не земного места этой пары. Блин, снова в лицо. И бросает Даня. Четыре. Раз, два, три, четыре. Что там? Отжаться 10 раз, Дань. Вы меня тренируете, по-моему, нет? Это просто типа игра. Давайте, Дань, что, худой стал? И, А, П, В, Г, Д. Надал, ведь так идет. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Все. Следующий, Алексей. My friends, там что-то на английском, я не знаю. Деньги! Тут был приз! Чего вы не сказали? Я просто так играл! Сколько я выиграл? 200 тысяч! Победителем стал Алексей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам этот ролик и... Кто победил? Чё, на самом кого? Деле. 200к! Воу! Блин, год работы раньше надо было тут один раз пробежать. Вот.